Ну, вот небольшой, ребята, обзорчик нового аквапарка. Хотя аквапарк он почему-то язык не позывает, не поворачивается его назад. Называется «Море». Здесь мы имеем центральный бассейн с такой танцплощадкой, с баром, вокруг которого есть бассейн. Далее у нас идут горки. Ну, достаточно большие, но пока не функционируют. Здесь же такие небольшие бассейны джакузи с отдельными кабинками. Вот и софинка. Ну, вот. В целом все очень, конечно, чисто, красиво. Ну, немножко даже, да, пафосно немножко. Вот. Далее мы переходим, мы сейчас переходим в другой бассейн. И там находится вон детский бассейн, видно, с горочками небольшими. И бассейн общего плавания, такой квадратненький. Да, софинки любимые. Ну, приблизительно как-то вот так это все выглядит. Все очень чисто, красиво. Ну, да, пафосно, и многие моменты просто пока еще не работают. Итак, парни, это основной бассейн. Вот, водичка, конечно, очень чистая, прям как слеза. Мы перебрались просто с островка сюда, нам показалось, что здесь спокойнее. Вот. Здесь полно кучи всяких мелких кафешек, классные лежаки, есть полудиванного типа, ну каких только нету здесь, блин. Можно заказать вишневый чилим, я не знаю, фуа-гра, здесь все, что хочешь. Вот. Стоимость 150 тысяч со взрослого человека на целый день и 75 тысяч с ребенка. И вот целый день можно провести здесь. Но здесь, честно говоря, больше не развлечения, а больше пафоса. Такой вот спокойный вроде отдых, а вечером более такой дискотечный. Как-то так.